Сколько раз поднимал ты свой взор к небесам и мечтал о желанном покое, в час, когда на душе бушевал ураган, разрушая все в сердце живое. Сколько раз ты участия людского просил поддержать твои слабые руки, но в ответ безразличие дождь моросил, умножая душевные муки. И, быть может, не раз в отчаяние упадал, изнывая под тяжестью горя, ты надежду имел и ее потерял, но не должен сдаваться без боя. Мне страдания тоже знакомы твои, как и ты, я не раз ошибалась, все же нужно с тобою вперед нам идти, чтобы истина с ложью сражалась. Время наше решает, кто в небо войдет, став достойным небесного царства. И не стоит смотреть, кто неправдой живет, оказавшийся в лапах лукавства. Как последние дни оскудеет любовь, мы увидим в церквях запустение, где не скажут уже обличительных слов, сменят проповедь на представление. И сейчас замечаем, что нет среди нас силы той, что сердца оживляет, но о действии Духа Святого не раз проповедник с тоской вспоминает. Мало слез, умиления, только фасад, и эмоции рвутся наружу. Мой же Дух проявлением этим не рад, ощущая духовную стужу. Говорят, что спокойное время сейчас, что свободно живут христиане. Есть машины, дома, все удобства у нас, много денег в надежном кармане. А когда-то ходили в собрание пешком, и не каждый имел две одежды, и от глаз посторонних молилась тайком, на Христа возлагая надежды. Но тогда среди них пребывал сам Господь, силой Духа сердца наполняя. Пусть страдания терпела их бренная плоть, в каждом вера горела живая. А сейчас говорят, что счастливы мы их, потому что свобода настала. Мы живем, как и все, а Дух Божий утих, церковь силу свою потеряла. Так зачем же машины, большие дома, если мы ослабели духовно, если сил нет в нас пусты закрома, служим Богу мы только условно? Так зачем же тогда говорить каждый раз, что мы очень счастливые люди? Как же Духу Святому не тесно среди нас, если ближнему мы словно судьи? Если мы не способны любить и прощать, не умеем утешить скорбящих, если помощи руку не можем подать, мы подобные меди звенящей. Мы беспомощны, наги и очень слабы, просто нищие мы христиане, потому что отдались беспечью в рабы. Не духовные мы, а земляне. Должен кто-то за истину Божью вставать и отвергнув удобства плотские, к освящению церковь теперь призывать, чтобы дни возвратились былые, чтобы Духа Святого священный огонь освещал нам дорогу земную, чтобы радость спасения вернулась к нам вновь, и что впредь не идти нам вслепую. Время наше решает, кто в небо войдет, став достойным небесного царства. Поднимайся на ноги, Господний народ, ощущай закрома от лукавства. Скоро скорбь ожидает планету Земля, претерпевший навеки спасется. Приготовьтесь встречать своего жениха
скоро Он за невестой вернется. Аминь.